День открытых дверей организовали в Назарбаев интеллектуальной школе. С 1 декабря там идет прием документов. Для ребят, которые в будущем хотят получать знания здесь, провели экскурсию. В каждом методическом отделении им представили работы студентов. Больше всего мальчишек и девчонок заинтересовали опыты юных химиков и физиков. День открытых дверей пройдет 9 и 12 декабря. В первом потоке школу посетили более 40 детей.